Новому городу новые улицы. В столичной администрации решали, какие адреса появятся в строящемся микрорайоне. Магистральная 1, магистральная 2 и магистральная 3. Такие рабочие названия улиц в новом городе. Варианты новых наименований у всех участников заседания разные. Вот, к примеру, депутат ЧГСД Дмитрий Никаноров предложил назвать улицы в честь городов-побратимов Чебоксар. Мы некие архитектурные сооружения, которые там будут стоять, предлагаем, чтобы они их проинвестировали и сделали в их тематике, в тематике этих городов или в символике этих городов, или, может, там стран, гербов, там, не знаю, это на их усмотрение уже будет. При этом с названием одной из главных улиц микрорайона народный избранник определился. Это должно быть наше название, какое-то чувашское. То есть, или наше какое-то городское, там, улица Чебоксарская, я не знаю, или улица Чувашская. Другой вариант – назвать эти улицы именами выдающихся жителей республики. В Резебе на сегодняшний день 10 человек, 10 имен. Посмотрите, может быть, кто-то из них олицетворяет, как раз подходит имя человека. Или еще такие. Улицы Новочебоксарская, Волжская, Республиканская или даже Шупашкар. Названий много, но члены комиссии сходятся в одном. Они должны быть символичными. Час бурных обсуждений привел к выбору между двумя названиями. Проспект Чебоксарский и проспект Шупашкар. Кто за то, чтобы этому проспекту присвоить наименование Чебоксарский? Голосуем. Так, кто против? Решили. Магистральные улицы в новом городе, магистральные улицы номер 2, присвоить наименование проспект Чебоксарский. Название двум другим улицам планируют присвоить в январе будущего года. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.